Ребята, всем привет! Давно у нас не было видеообзоров на канале. Не было просто нормальных, так скажем, новинок. Вот, появился интересный аппарат, поэтому я решил снять на него видеообзор. Колонка от производителя Meyrende, но уже переименованная. То есть Meyrende, я думаю, что через пару месяцев вообще не будет. Будут вот с такой надписью QM&S. Вот такая вот светомузыка. Ну, прикольная, в темноте очень интересно выглядит. Распространяется на стенку. Здесь у нас пищалка, 10-дюймовый динамик. Кстати, хороший аккумулятор здесь. Не вот такие батарейки, как во многих дешевых колонках. Ну, вот типа вот этой. Там две вот такие батарейки перевернутые, которые выдают 7,4 вольта. Вот такая ручка выдвижная. Так. Алюминий. Здесь пластик. Ну, в принципе, пластиковый корпус. Много рассказывать не буду о ней. Не вижу смысла. Расскажу только, что здесь есть. В принципе, все то, что есть во многих остальных колонках вот такого типа. Есть запись, есть повтор, есть, ну, переключение режимов и приоритет микрофона. Вот здесь он включается. Разъем под флешку, SD-карта, регулировка общей громкости музыки, громкость микрофона. Высокие музыки, высокие, низкие частоты музыки. Так, эхо для микрофона. Кстати, вот у таких размеров колонок чаще всего, а даже и больше по размерам, нет регулировки эхо. Что очень плохо, когда вы говорите в микрофон, у вас постоянно эхо. Так. Далее у нас есть включение и выключение светомузыки. Есть возможность подключения автомобильного аккумулятора 12 вольт, ну или от скутера, как я всегда говорю, антенна. Разъем под микрофон и беспроводной микрофон в комплекте. 15-вольтовая зарядка, ну блок питания. Вот, ну по звуку сейчас что-нибудь включу, но, конечно, мой телефон очень плохо записывает звук, меня всегда плохо слышно. Камеру, конечно, я сегодня оставил дома, поэтому не могу снять на камеру с хорошим микрофоном. И есть еще, кстати, AUX, Line Input. Ну, сейчас звук включим. In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore, ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan. Alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghilè, mi chiede come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. Stare al mondo quando perdi l'orgoglio, lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi, dimmi se ti manco te ne fo. Ставил на паузу, выключал свет, включал. В общем, смотрите в профиль, когда стоишь от колонки, так скажем, колонка в профиль к тебе. Блин, ну не знаю, для таких размеров и для такой цены она басит. Высокие убираешь, бас полностью, не захлебывается. Вообще классная колонка, потому что я имею опыт, так скажем, знакомства с разными колонками, разными производителями, и скажу, что для ее цены и размеров это одна из лучших.
Да и я думаю, что за 6990 вряд ли можно найти что-нибудь из производства там Мейренды, там АДС. В принципе, покруче, конечно, звучит, но и ценник там на 2000 выше. То есть цена-качество, так скажем, имеет место быть, потому что здесь со звуком хорошо все и с ценой хорошей. Поэтому рекомендую к покупке. Кому понравилось, ставьте лайки. Визуально, если честно, ну, не очень. Так себе. Но то, что она звучит громко, не захлебывается и еще и бас имеет, это уже большой плюс. Всем пока и хорошего настроения.